Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я покажу, как пройти тайм-машину Geometry Dash. Ребят, я буду показывать на практике, потому что не люблю этот уровень. Вначале идут легкие моменты, про которые мне, собственно, нечего сказать. Итак, чтобы собрать первую монету, вот так вот прыгаем, и она собрана. Далее попадаемся на все орбы. Извиняюсь. Я обычно там не умираю сейчас. Итак, далее идет перевертыш. Погнали. Также очень легко. Тут скатываемся, нажимаем на все орбы. Сюда вторую монету летим ровно и собираем ее. Именно из-за второй монеты я включил практику. И сейчас ее улучшать не буду. Итак, далее нажимаем на все орбы, чтобы не погибнуть. Нажимаем на орб, перепрыгиваем два шипа, зажать. Далее идет черный уровень. Это, в принципе, легко, также легкие моменты. Тут нажимаем, чтобы попасть на перевертыш. Итак, сейчас я расскажу, как собрать вторую монету. Здесь просто третью. Не, там просто не надо нажимать, и все готово. Так, извиняюсь. Тут перепрыгиваем три шипа, зажимаем и не нажимаем. Итак, скатываемся, можно зажать. Далее идет перевертыш вверх. Также легкие моменты. Тут перепрыгиваем три шипа. И идет финальный, самолетик. Итак, перевертыш самолетик. Это, в принципе, все легко. Всем пока. Итак, друзья, у меня на это ушло всего лишь 7 попыток. Всем пока.